Компания Music Mag представляет программно-аппаратный комплекс для современных диджеев Native Instruments Traktor Control S4. Traktor Control S4 разработан как полностью интегрированная система, соединяющая программу Traktor и контроллер управления в единый инструмент. Traktor Control S4 сочетает в себе высококачественный 4-канальный DJ-микшер, встроенный аудиоинтерфейс с разрядностью 24 бит 96 кГц, удобный продуманный DJ MIDI контроллер и программное обеспечение Traktor Pro S4. Контроллер совсем недавно поступил в продажу, поэтому мы предлагаем вам быстрый обзор новинки. На борту мы имеем 4-канальный микшер, кнопочки Q, на каждом канале фильтр, как LP, так и HP. Трехполосный эквалайзер с имитацией аналоговых эквалайзеров Xon. Также есть луп-рекордер, позволяющий записывать лупы на лету и накладывать их. Он работает как пятая дека, по сути. Традиционная кнопка Browse, позволяющая листать треки в плейлисте и загружать их. Секция эффектов. Включение, сухой сигнал, управление эффектами. Также здесь есть чувствительные электромагнитные джоги, позволяющие делать скретч, что-то тонко подгонять треки. Переключатель DAC. Также секция работы с сэмплами и лупами, позволяющая запускать лупы, накладывать их, обрабатывать эффектами, микшировать. Ручка установки размера лупов, ручки in-out, кнопки. Выбор сэмплов, конечно же, pitch bend, в данном случае он называется offset. Очень качественный кроссфейдер, надежный, имеется также. На задней панели расположены выходы как на колокольчиках, так и на TRS джеках. Помимо этого есть входы у звуковой карты, встроенной как микрофонной, так и линейной, что позволяет подключать внешние CD-проигрыватели, виниловый проигрыватель и сводить их как на обычном микшере. В том числе можно подключить микрофон, обрабатывать его эффектами, тоже микшировать своими композициями. Также есть вход для деки C, тоже Phono Line. Затем есть вход Foot Switch. Пригодится, когда у вас будут руки заняты, вы можете включать сэмплер, да и любой другой MIDI-параметр при помощи ножного контроллера. Есть MIDI-вход и MIDI-выход, что позволит подключать MIDI-устройство внешнее также. Конечно, USB и вход для питания, и кнопка включения и выключения. Также стоит отметить, что в комплекте с контроллером идет трактор, который отличается от всех предыдущих версий программы тем, что в нее встроены сэмпл-деки, добавлено множество других эффектов, и отдельно эта программа не продается. То есть она работает только с контроллером. На практике примерно так работает. Есть фильтр классический, эквалайзер, режим работы эквалайзера переключаются, настройки программы. Есть лупер. Главным нововведением является секция сэмплера. Работает она примерно так. Все легко, как всегда, при помощи клавиши Synth.
все, что включает в себя данный программно-аппаратный комплекс. Если хотите узнать и увидеть больше, попробовать, приходите к нам в Music Lab.